кажется, циклом. Смерть, перерождение, спасение всего. И вот, пролетели дни, пролетели года, а он так и не смог найти покоя. Сил больше не осталось, разум затуманен. Также, помимо всего этого, героя настигло проклятие. Как оказалось, спасение ждет его в очередном смертельном цикле. Очнувшись непонятно где, Фуф устремляется исследовать неизведанное. Пользуясь моментом, напоминаю, исследуйте все хорошенько, ибо игра как минимум достойна этого процесса. А я рассказчик этой истории, как всегда буду стараться отмечать только самое главное. А кстати, о главном. Негоже героям слоняться без дела. Первые 4 задачи будут такими. Умереть, найти нового себя, вступить в ковенант лазурного пути и общество чемпионов. Думается, мне с первым проблем не возникнет. Затем на окраине нашему протагонисту встречается домишко. Внутри заждались старухи, откармливать не собираются, ибо сами сводят концы с концами, но все еще могут напомнить Фуфелу, кто он по жизни. Ну ты тупорылый, Гриша! Блок благодетеля! В описании вы можете найти ссылки для поддержки и развития гайдов. Twitch с трансляциями и, возможно, даже прохождениями на платину, и также донат. Все донатные ребята будут попадать в конец в титры. С вами был Блок Благодетеля. Наконец-то судьба дает шанс начать все сначала. Бандитские будни окончены, на смену им пришли колдунские. Но так как переход между мирами слегка потрепал героя, из вещей остался лишь небольшой уголек с огромными возможностями. На втором этаже в сундуке человеческая фигурка. Данный расходник заменяет человечность. Короче говоря, с каждой смертью в этом дрянном месте теряется частичка себя, что негативно сказывается на здоровье. Поэтому, дабы напомнить себе, кто ты есть, и вернуть человеческий облик, съедаем одну штучку после смерти. Да это ж аналогия до пива после бухича. Далее путь лежит через дверь, за которой первый костер и тележка с припасами. От него, следуя доступной тропинке, ждет обучающая зона. Бэкстеп, прыжок. Также у одного затуманенного дупла встречается каменная статуя. Эдакие экспонаты, преграждающие путникам дорогу. И единственный способ убрать препятствие — найти ароматную ветвь былого. Спустя еще некоторое время блужданий, Фуфел все же выбирается наружу. Яркий свет щиплет очи, свежий бриз пробивает нос. Окидывая взглядом округу, замечает деревушку. Маджула станет новым домом для нашего протагониста, а если забегать наперед, то не только для него. Зажигая костер, бросаем взгляд на башню, где одиноко сидит какой-то путник. Истощаем диалог, смело отвечая «нет». Изучаем жест, 9 из 20 готов. Вступаем в ковенант плюс трофей. Занятный факт, вам не обязательно становиться его частью. Хватит и отказа. А также для незнакомцев, кто еще не видал первую часть приключений Фуфа. Истощить диалог — это значит говорить с персонажем до повторения реплик. Даже когда вы поговорили с ним и у вас открывается окно выбора, нужно выбрать «говорить», пока фразы не будут повторяться. Внизу обветшалой домины с накрытьем скучает кузнец. Кто-то запер дверь, придется открывать. И так сойдет. За палаткой по правой стороне ожидает подъем с древней плитой. Это ковенант чемпионов. Не думаю, что сейчас наш герой достоин такого звания. Но для дела нужно ответить 2 раза «да» и 1 раз «нет». Первая охапка испытаний осилена, накинем новых. Одолеть последнего гиганта, вступить в звенящий ковенант, зажечь костер грешницы. Справа от спуска стоит домик с весьма интересной обитательницей. Истощив ее диалог, герой покидает хатку. Устремившись к колодцу в надежде напиться, он роняет камень. У вас тут что-то висит. Последние 2 дома. Один закрыт, во втором расселся мужичок. Зовут его Маглин. Характер скверный, да и человек он с гнильцой. Истощив диалог, не забудьте подняться по лестнице, ибо там титанит. Теперь бегом к костру. На утесе ожидает приятное общение с хранительницей. Истощая диалог, улучшаем флягу с Эстусом. Ах да, Эстус. Прости, Фуф, но теперь ты не сможешь закидывать в себя по 20 бутылей за раз. Легендарная фляга была разбита на большое количество осколков. И дабы всласть напиться, придется найти и склеить все это дело.
Поразмыслив, отдохнув, берем курс на первое приключение. По левой стороне от костра имеется кирпичный туннель. За ним лес павших гигантов. Тролль, пара не особо умных нежитских солдафонов и ручеек, перейдя который попадаем к костру. Не забудь зажечь. Да знаю я, чё пристал. В конце ручья находится подъем с лестницей. Поднявшись, открывается вид на бойню. Отбившись от недоброжелателей, обнаруживается туманная стена. Раздул как следует, двигаем по прямой, пока не окажемся у лестницы. Забравшись, открываем дверь. Героя встречает приятная неожиданность. Небольшой перевалочный пункт с костром и торгашкой. Истощив бабкин диалог, выторговываем ключ вместе с бомбой за 1000 с лишним душных. Да, следуем ступенькам. Чё-то закрыто. Не проблема. Но тебе придется вспомнить свои бандитские корни. Внутри ящерка, а в ней два титанита. Осмотрев все углы, покидаем уютное местечко через главную дверь. Ключевая цель этой вылазки – ценный предмет. Преодолеваем сломанный бортик, где с помощью ветхих лесов спускаемся вниз. Один из туннелей полностью укрыт огнем, а на входе ожидает обугленное тело другого приключенца. Злой, а главное непонятный враг бесконечно поливает огнем всех нежеланных гостей. Выждав нужный момент, летим к двери, вскрываем сундук. Данный меч весьма неплох в начале путешествия, остается только подкачаться, чтобы носить его. Выбираемся из этого ада с помощью лестницы и дыры в стене. Снова у костра с бабкой. Теперь остается только один путь. Вниз. Спускаемся, находим туманчик, рядом с ним еще есть дверь. К ней вернемся позже. Впереди небольшая, но опасная мини-локация. Много лучника и очень важный перец в туннельчике. Чтобы туда добраться, делаем следующее. Поднимаясь по корню, падаем в разрушенную башню. Через проем на лестницу. Пройдя по мостику к разрушенной крыше, спрыгиваем ниже, у решетки найдется титанит. Вернувшись назад, совершаем прыжок на соседнее строение, далее в дырку. Здесь фигурка, а выше по туннелю NPC. Источаем полностью его диалог, забираем ключ. Это необходимо для трофея за повышение популяции в Маджуле. Всего будет 7 персонажей. Возвращаемся к корню. Забравшись наверх, преодолеваем пару препятствий, замечаем лестницу. На этом явно намекающем на пиздюли плацдарме находятся нужные вещи. По типу фигурки, осколки Эстуса, быстренько все подобрав, спрыгиваем вниз. Далее, не менее интересная стена. Расчехлив бамбу, подрываем. Тем самым открывая скоротку. Теперь у бабуси докупаем ключ камень Фароса. Покидая ранее открытую новую дверь, сворачиваем налево, где находится спуск вниз. Там ожидает 3 прохода и один мужичок. Для начала проверим дыру с баллистами. Внутри лежит большая стрела души, что является вторым волшебством. Благо первое было изучено Фуфом еще когда он стал колдунцом. Всего их будет 31. В этом помещении опускаемся ниже. Скрывая сундук, подумай. Вдруг это ловушка? Мы же не упрощать прохождение пришли. Забрав титанит из ящика, ищем стену с лицом. Скармливаем камешек, в ответ весьма довольный механизм подсвечивает тайную дверь. За ней колечко с титанитом. Последний очень уж будет необходим для получения трофея за максимальную закалку оружия. Также здесь есть дверь. Конечно, закрытая она, но вот если постучать... Внутри очередное кольцо с титанитом. Снаружи уже заждался чувак. Источаем диалог, да заваливаемся в рядом стоящий с ним проем. Отразив небольшой бунт, исследуем внутреннее помещение. Возле лута стоит стена. Или это не стена? Или она вовсе не стоит? В королевстве Дранглик очень изощренно подходит к созданию дверей, ибо обнаружить данные скрытые стены можно только по запаху и бесконечному прожиманию кнопки X. Упираясь и нажимая ранее упомянутую кнопку, нам открывается секретик. Пройдя через разрушенный мост, снова истощаем диалог с мужиком. Последний проход, по правой стороне странное бревно. К нему еще вернемся, в остальном везде разбросаны вещи. Осматриваясь, собирая всякое, дойдем до туманки. За ней непонятный спуск со скороткой. Собственно, лифт приходит к последнему гиганту. Так как у нас тут жилплощадь не резиновая, то нечего занимать свободные квадраты. Выселяем обормота, попутно получая трофей и забирая ключ с душой. Душа еще пригодится, поэтому постарайтесь ее не просрать. Вернувшись к костру, поговорите с бабуськой. Истощив диалог, она будет собирать манатки да возвращаться в Маджулу. Второй житель из 7 готов. От кострища вниз следуем к проходу с корнем. Там ранее была обнаружена дверь.
Теперь-то можно вскрыть красавицу. Призываем на помощь парнишку, устремляемся исследовать очередную местность. Из интересного пару оружек, сет брони, человеческие фигурки, враждебный фантом. Плюс костер, конечно. Теперь возвращаемся к огнищу, где была бабка. Снова спускаемся, но проходим по мосту. Дверь свободно подается, в тупике ждет сундук, слева же небольшая терраса. На ней необходимо подобрать огромную пику. Лично для Фуфа в будущем это станет одним из основных орудий защиты и нападения. Вернувшись в село, придется немного поразговаривать, подвигать ножками. Открываем дверь кузнецу, забирая из его халупы лук. Истощаем диалог, возвращаемся к костру, чтобы этот старикан стал за рабочее место. Снова базарим, если нужно, улучшаем снаряжение. Далее исследуем огромную домину, которая раньше была закрыта. Комната по прямой за книжными шкафами-ключками. Пройдя коридорами, уткнемся в огромную карту. Также рядом спуск в подвал. Убив местного обитателя, забираем фигурку, осколок Эстуса и сосуд души из стального ящика. На верхнем этаже сундук с титанитом. Самое время склеить ранее найденные осколки Эстуса, так как герою негоже таким делом заниматься. Эстус, пожалуйста. Ну, 36 гривен будет. Сколько? Параллельно повышаем уровень. Особой важности прокачка не составит. Только в одном или паре моментов игры, поэтому не будем вдаваться в подробности. Вот так выглядит Вуф на 250 уровне. Еще раз отсидевшись у костра, можно вернуться в домину картографа. У карты будет стоять сам сеньор. Истощаем диалог. Теперь продолжаем наше приключение. Дальнейший путь лежит через ступенчатый спуск у дома с кошечкой. Просто следуем доступному пути, пока не окажемся перед канализационной перегородкой. Открываем ее с помощью кольца тянучки, дальше летим по прямой. Вскоре встретится небольшой сход по правой стороне. Там костерчик. Данная территория очень подходит для стартового фарма душных, но это по необходимости, а мы продолжаем путь. Пройдя немного вперед, обнаружим дверь. За ней очередной... Чисто Алёша Попович. Победив его, вылезет рычаг, который расширяет арену с боссом, что немного упростит бой. Прямо после этого рычага по тонкому мостику из оставшегося пола добираемся к еще троим дядькам. На этом месте имеется небольшая развилка, левая сторона на данный момент не нужна, поэтому звездуем направо, пока не окажемся у туманки. За ней, естественно, босс, нуждающийся в порции лещей. Победа, путь открыт, поднимаемся наверх, заводим беседу с бабой, полностью истощая диалог. Третий житель из семи в селе. Костер, от него через проем в соседнее строение, а дальше просто двигаемся куда позволяет дорога. В основе своей все локации линейны и в любом случае всегда окажетесь там, где нужно. Я буду оставлять небольшие ориентиры на всякий пожарный. Лестница, ступеньки, покинув которые слева будет сундук с важной херней. Сжигая ее на костре, получаем возможность усилить концентрацию питья в бутыле, что повышает количество восстанавливаемого здоровья. Бежим дальше, пока не окажемся у лифта. Спустившись, пройдя прямо и миновав пару камней, окажемся у огнища. Пробравшись через пещеру, выйдем к подземной пристани. Придерживая с левой стороны, придете в дом, где на втором этаже сундук с титанитом. Далее по мостикам, пока не окажетесь у ступенек. Поднявшись на первый уровень, сворачиваем налево в здание. Внутри Лукатиэль. Так ты девочка или мальчик? Мама, я в фуре! Персональная головная боль, ибо теперь начинается квест. Нужно призвать на помощь с боссом 3 раза данного персонажа и следить, чтоб тот не помер. Не дай бог откинется весь квест зафейлен вместе с ачивкой. Поэтому, если видите, что боссу еще осталось много жить, а Лукателька доживает последние секунды, просто выходите в главное меню и возвращайтесь обратно, иначе все. Истощив полностью диалог, в этом же помещении за шкафом 3 фигурки. Там же вблизи выход. Немного его очистив, возвращаемся вниз к мостикам. Кто-то должен был заметить знак призыва. Зовем парнишку на помощь. Поднимаемся назад по ступенькам и поворачиваем направо, попутно раздамаживая всех. Внутри рядом стоящего домика. Броня на первом, титанит на втором, назад к ступенькам. Забираемся выше, справа еще одни. Поднявшись по ним, ступаем прямо. Возле обрыва на маленьком краюшке будет лежать трупачок, хранящий в себе первое заклинание чудес из 28. Затем под стенкой проходим к дверному проему с подъемом. Он уже приведет нас выше. Логично. Где на своеобразном кресте расположился рычаг. Дернув его, прибудет Убер. Паркурим по крышам, забираемся внутрь, выходим на первом этаже, по правой стороне спуск. Пройдя еще чуть дальше, придерживаясь этой стороны, встретится дверь.
Открывайте и смело упирайтесь в стену. Да-да, секрет Каститонитам. Там же наверху стоит Гавланищ, местами жадный, но полезный торговец. With Gavlan, you will, you deal. А сейчас смеемся. Истощаем диалог, открываем скоротку, спускаемся вниз, ступаем по левой стороне, пока не окажемся у двери с камнями. Внутри пара вражин. Отравленные кувшинчики, а главное сундук с ароматной веточкой. Их в игре большой дефицит, поэтому не используйте попусту, я подскажу нужные места. Я слышу ящерку. У тебя шиза. Ящерку хочу. Секретное место с суперлутом найдено. Покидаем домину. Спускаемся вниз к водице, пройдя на мостик. По правой стороне можно уронить поднятый трап, а следуя дальше, встретим дедулю мага. Истощаем его диалог. Четвертый житель нашей Конохи прибыл. Ближе к кораблю должен быть знак призыва. Если его нет, то вы забыли стать человеком. Либо игра забагалась, придется все заново проходить. Собственно, это Лукатель. Призвав его, начинаем квест один из трех. Взбираемся на корабль, спускаемся в трюм к туманке. Водитель задолбался вас ждать, поэтому решил дать поездов. Благо вас двое. Свободно отбив транспорт, забираемся в кабину. Открываем бардачок, а там одна пиромантия из 24. Настраиваем с помощью навигатора путь, оказываемся в тюрьме. А вы что ожидали? За разбой и побои вам премию дадут. В лифт по левой стороне ваша камера с костром. Сейвимся, прокачиваемся и все такое. На базе находим деда-колдуна, зовут Фолдом. Занял одну из красивейших точек на данном мысе. А чтобы поторговать с ним, нужно 8 интеллекта. Закупаем большую тяжелую стрелу души. Третье волшебство у нас. Возвращаемся отбывать срок к камере, но так как особо надзирателей не наблюдается, сходим на прогулку. Пройдя по стене до конца, окажетесь у небольшого обрыва. Внизу у стоящего здания заколочен проход досками. Их свободно можно сломать, а внутри найти огненную бабочку. Еще пригодится. Побив собак и уничтожив пару вышек, следуем левой стене. В тупике ждет сундук со осколком Эстуса. По правой стороне проход к решетке и рычагу, который ее подымет. Выше по ступенькам на нас скидывают бочку. Данная бочка очень нужна, поэтому с помощью косточки возвращения или пешком добегаем до костра в камере. Возвращаемся назад. Теперь необходимо, придерживаясь края, быстро добежать к любителю моды. Помолиться, чтобы он не использовал атаку с прокрутами, ибо это делает... Успокаиваем деда и аккуратным движением сталкиваем бочку вниз прямо к расщелине. В стене. Если ничего не вышло, не стоит паниковать. Сюда можно дотолкать вручную с помощью перекатиков. Теперь бомбой. Взрываем бочанку. Тем самым открывая проход к костерку с кузнецом. Но работяга отказывается пахать без света. Для этого ставу костра треугольником выбираем поджечь факел. Заходим в кузню, зажигаем там факел, естественно, чилим у костра. Кузнец работает, все спокойны, но исчерпав диалог, понимаем, что без угля он не особо что сможет. Поэтому добавляем это в наш список дел. Там же найдем 5 сундуков, в двух из которых лежит Титанитус. Ступаем вверх. Подойдя к башне, по разломанному бортику взбираемся к лестнице, преодолев которую получим крутяк. Прыгнув, обнаруживаем старую знакомку. Сундуком, в котором ключ. Забираем, общаемся, истощая диалог. Покидая башню, по левой стороне будет небольшой переходик, за которым придется раскошелиться. Данные окаменевшие, казалось, манекены, самые настоящие полы. Разбить мы их не можем. Но вот дать понюхать веточку. Аромат возобновляет все жизненные процессы, полы встает, чтобы дать нам пиздюлей. За ним, кстати, дверь, а за ней... Перебив всех, можно призвать себе на помощь 2 мегачеликов и отправиться с ними драить морду боссам. Да-да, их здесь 3, это, скажем, проверка, достоин ли ты идти дальше. Одолев сумасшедших худышек, забираем их душу. Ни в коем случае не просирать. Также здесь имеются секретные стены, прошу проверить все доступные, ибо обозначить конкретную немного трудновато. За одной из них сундук с щитом, за другой лестница на 2 этаж, где заждался ящик, внутри которого 4 заклинание волшебства. В этой же комнате еще один секретный проход. Внизу ищем проход со ступеньками наверх, двигаясь дальше оказываемся у нового костра, рядом лестница, спускаемся, ждем дурачка. Завнил, суку. Ну давай, давай, кто, кого, да? Скармливаем ключ камень, проходим в дверь, за ним ковенант с боссом. Для начала истощаем диалог, вступая в звонарей. Тем самым приходит трофей.
По ступеням попутно раскидываем хоббитов, пока не окажемся у лестницы к колокольне. Наверху ждет рычаг, без которого не видать дальнейших приколов, поэтому тянем, спускаемся вниз к туманке. Кажется, я ошибся, когда говорил, что прошлый босс был проверк. Вот это проверк! Одолев всех гарписток, заваливаемся в открытый проход, где, следуя доступному пути, окажемся у костра. Рядом очередная лестница с фантомом да полезным лутом. Возвращаемся на третий костер локации по прямой, пока не окажемся на открытом пространстве. Слева ящик с ключом, справа башенька с чуваком, выходим через нее в другой проход. Крыши, прыжок веры, лестница, небольшая многоэтажная лока с новыми монстряками. В конце первого помещения две решетки. Одна открывается рычагом, вторая приколдесом. Открыв вторую, давайте вернемся назад к крышам. Теперь спрыгиваем вниз, опрокидываем камень в колодце, там броня с сюрпризом. Одна дверь открывается коротко, начало локи, другая с обратной стороны отпирается, поэтому ищем лестницу в углу. Забираемся, прыжок на выступ, здесь стоят бочки, которые можно взорвать. За ними лутецкий. Ступая дальше, приходим в темное помещение с четырьмя сундуками и лифтом. Взлетаем наверх, открываем решетку на мостик. Выше по ступенькам через закрытую камеру. Там же дверь, за которой просто быстрый спуск. Рядом проход сквозь ранее открытую решетку, там же исследуем комнату лифта. Замечаем лут внизу. Важная штучка. Восстанавливаем здоровье, прыгаем, повторяем, пока не окажемся на дне. Вертаемся, спускаемся на этаж ниже, в одном проходе, казалось бы, тупик. Но нет, секреточка. А в ней еще одна. Спасибо. Там особо ничего интересного. Слева колечко, перепрыгнув уступ, бабочка с факелом. Плюс еще можно по краю дотяпать к золотому щиту на отражение заклинаний. Все это по желанию. Поэтому возвращаемся к длинному мосту, рашим до туманки, по правой стороне пройдем к лестнице и спуску. За лестницей костер, спуск ведет к лифту, а лифт к боссу, а босс к трофею. Но все по порядку. Спустившись, призываем Лукательку. Сразу встречается мини-боссыч, завалив его справа от выхода секретка. Не особо бегайте тут, как бы край, и утонуть легко. Возвращаемся в мини-темницу. Дойдя до подъемников, по правой стороне призыв помощника. По левой рыцарь Хейда с пикой. Нижний этаж, левая сторона, вторая камера, ключ-камень. Поднимаем решетку, пробегаем по тонкому мостику, справа и слева ступеньки, ведущие к системе освещения. Открыв дверь, используем огненную бабочку, чтобы зажечь факел, а затем поджигаем масляные трубы. Сделав то же самое с другой стороны, залетаем к боссу. Лукатель выжила, босица побеждена, душица получена. Осталось просто пройти сквозь огромную дверь, залутать сундук, там нужное. Поджигая кострище, трофейчик вылетает, а вместе с ним новые цели. Отыскать крысиный ковенант, зажечь костер расселены. Для начала изучим оставшиеся. Отправляемся на второй костер леса гигантов. Спустившись по лестнице, проходим через скородку. Выйдя на обширную местность, летим направо. Вскрываем дверь. Особо тут не потеряться, двигайтесь куда глаза глядят. Оказавшись у туманки, пролазим внутрь. Разваливаем боссыча, открываем проход через сломанную статую. Напомню, пожалуй, последний раз. Все души боссов не трогать, они потом пригодятся. Рядом можно аккуратно спрыгнуть в разлом, там броня. Вернувшись снова назад, находим гнездо, присаживаемся, чилим, пока нас не унесут. Появившись сразу у костра, сейвимся, вскрываем сундуки с реально важными вещами, среди которых уголь. Затем выходим, придерживаясь левой стороны, шагаем к луту. Спрыгиваем, вскрываем сундук, тут не только кольцо на увеличение душных, а еще и ароматная веточка. Возвращаемся нехитрым способом, открываем двери, бегим к кузнецу. Но уголек ему нравится, поэтому теперь мы можем закалять и улучшать всякое. В будущем нам это очень пригодится, истощив диалог, возвращаемся в Маджулу. Надеюсь, души еще не все потратились, ибо сейчас понадобится 13 400 валюты. Отправляемся к кошечке за кольцом котячим. Надеваем, становимся у дыромахи, устремляемся на балки. Поочередно спрыгиваем, попутно хилясь. Целью данного действия является первый выступ с костром. От него шагаем, куда и дают шагать. Пока не окажемся на открытом балконе, замечаем голодное лицо. Вставляем каменюку, опускается мост. За ним первое заклинание порчи из 23. В тупике же второго этажа еще есть костер с боссом. Левы крысы. Ну, тогда, долев которых, откроется проход к ковенанту.
Источаем диалог, отвечаем «да», прилетает трофей. Теперь просто двигаем вперед, аккуратно спрыгивая на первую подложку. Забираем ключ-камень. Ну а дальше просто идем тупо вниз. На ветхом деревянном мосту ящерка, сундук. Предмет, казалось бы, трудно достать, но он и не нужен вовсе. На земле же два прохода с заклинанием чудес номер 2. Собственно, проходы. Тот, который с любителями обнимашек, ведет следующую локу. Тот, который другой, охраняется королевской гвардией, таит в себе сундук с сжигаемым пеплом. Важно, короче. Подобрав, убегаем в туннель. Следующие локи. Спускаемся вниз по странному нагромождению лестниц, затем аккуратно сигаем с уступа на деревяшке, обходим дырку до крайнего угла, прыгаем вниз. Вот, собственно, и кострище. Начинается очень интересная часть игры. Но главный вопрос, как можно здесь жить? Пора зажигать факелы, чтобы было видно, куда идти. А что, если зажечь их все? Ну вот ты и проверь. Ой, бля. На самом деле это не обязательно для платины, поэтому по вашему желанию. Ну, теперь самое сложное. Как бы объяснить, с чего начать и куда идти? Ой, а что это? Отравление? Да, уничтожайте статую, чтобы жить. Проходим первый мост. Посередке данного строения дряхлые доски, поэтому если на них наступить, упадете. Аккуратно обходим, следуя следующему мосту, по правой стороне еще один. Небольшой подъем, затем спрыг, придерживаемся стены и находим выступ. Через него падаем на свингер-пати. Нас не ждали, поэтому отправляем всех отдыхать. По лестнице, прыжок, оп, сундук с фантомом, кувырок, мимика на сундуке с темным доспехом. Забирайте, если хочется. Возвращаемся к костру, ломаем пол на соседнем строении. Прыгаем в круг камней через мост в дырень. Там один свободный проход со странными урнами. Они уничтожают прочность вашей экипировки, поэтому расправляйтесь с ними издалека. Справа перед входом к этим странным штукам рука темной пиромантии. Внутри вас ждет две лестницы, преодолев их, получим титанит, ветку, кучу всякого, короче. Остается просто спрыгнуть на рядом стоящую структуру, пройти по мосту, слева лестница к сундуку, справа от лестницы небольшое скопление торчащих досок, смело летим на них, затем еще один кувырок, и по левой стороне находим урну с титанитом. Далее проход в стене, там броня в кувшине, прыжок через пропасть, полы с прикольным лутом, естественно оно не нужно, так что решайте сами. В тупике броневой сундук. Лестница, наверху осколок Эстуса, спускаемся в самый низ, по небольшой кладе в соседнее здание, там лестница. Мост, бережно проходим посередке к мосту, проход с сундуком, кувырок, перед туманкой лут с отравленными стрелами. Также, придерживаясь каменной стены, обнаруживается проем со странной хреновиной. Спокойно убивайте, теперь в туман. Немного впереди стена, которую можно сломать, тем самым открыв путь к костерку. Но Фуф упал в дырку на предыдущем строении, там непонятным образом перепрыгнул и очутился у костра. Собственно, за предыдущей дымкой имеется помещение с кучей лестниц. Сами сыграйте в эту рулетку, скажу лишь, что в самом низу стоят две урны, а в них второе заклинание тьмы. Там же рядом вредные урны. Разламываем, падаем, собираем лутец, проходим в дымец. Сразу слева огнец. Что же, еще одна душная лока с боссом в конце. В объяснении все просто, а вот в прохождении... Желаем удачи. Из советов, можете как Фуф разламывать абсолютно все ядовитые статуи. Бояться черных вод. Начнем. По правой стороне, недалеко от костра, есть два камня. Ориентируясь на них, совершаем аккуратное падение вниз. Здесь лукотель. Источаем диалог. Поднявшись, замечаем черные лужицы. Перед ними имеется проход к сундуку. Там пятое заклинание волшебства. Немного ниже урны, в одной из них третья тьма. Снова придерживаясь правой стороны, в тупике Локи найдется тонкая дорожка к окаменевшему. За ним костер, поэтому используем палку, не думая. Сейвимся, ломаем урны, ибо в них ключ камень. Очередной сложный прыжок. Выходя из костра, придерживаемся левой стороны. Прямо напротив норы червя, или немного перед ней, имеется выступ. Просто летим на него, затем справа перекатом приземляемся на каменюку. И снова падаем в обратную сторону. Здесь проход к двум дядькам. Очень смешной факт. Этот, казалось бы, чудовищный крик гигантов. На самом деле просто хорошо замедленный плач ребенка.
Посередке комнатка с сундуком. Самих дядек очень важно убить, ибо первое, душа гиганта ее не протирать вообще в будущем очень поможет. Второе, ключ, который открывает доступ к новому ковенанту или к суперпосху. Да что там, к броне самого Хавела. Забрав все необходимое, отыскивается лифт, с помощью перемещения возвращаемся на первый костер предыдущей локации, устремляемся к кольцу факелов, ибо там лестница, а за ней проход к старинной двери. Внутри урна, а в урне брони. Возвращаемся к последнему костру. Призываем Лукатиэлю и всех, кого только можно, чтобы та не померла первой. Заваливаемся, делаем из мяса отбивнушку, находим проходик, по пути будет ящик, а дальше огнище, за поджог которого дают трофи. Опять все выполнили? Тогда давайте новое задание. Вступить в ковенанты синих стражей, наследники солнца. Подогнать одежду мадемуазели, заполучить Цетвингарла, слить кузнецу больше 15к душ. Супер-пупер посох, о котором говорилось ранее, лежит в дыряхе. Прыгаем вниз по трем палкам. На четвертой совершаем небольшой прыжок, либо просто разгон. Ну вот мы и на месте. Под нами находятся два выступа, один деревянный, другой каменный. Нужно, конечно, деревянный, с лестницей, ибо за ней вас ждет ключ к тайной двери DLC, шестое волшебство, крутой посох и третье чудо. А дальше загадка ЖК-фреска, как же выбраться? Тем временем представляем, что мы уже вернулись в Маджулу. Но снова придется поискать закрытую дверь. Теперь она находится перед нашим последним боссом. Второй костер расселены. Выступ рядом с норой червя. Вот она. Внутри дедушка. Источаем диалог, возвращаемся в Маджулу. Путь лежит в туннель у домика кошки. В нем ожидает девчуля, которая умеет вертеть дверь. Платим 2000, наслаждаемся новым проходом, следуя по которому выйдем к костру. Справа практически в конце вам повстречается мужик в кресле. К сожалению, на данный момент с ним нельзя поговорить, займемся этим в будущем. А пока двигаемся дальше. В скором времени набредаем на лестницу, ведущую в домину. Там ожидаем разъяренного хозяина, наваливаем, выходим через дверь. По тонкому выступу, сразу справа лестница к новой локе, с костром и с короткой. Возвращаемся вверх. Смотря вниз, можно было заметить трубчик. Он хранит знак верности. Ключ-камень. Чтобы его забрать, вам нужно в момент нахождения в воздухе над данной колонной нажать удар. Сработает анимация, персонажа потянет вниз, вуаля, добро ваше. Насколько оно нужно, практически не понадобится. Но вниз спрыгивать обязательно, ибо тайный туннельчик. Спустившись на дно которого, придется сразить большого пучеглазика, чтобы забрать титанит. Также в сундуке Рикардова рапира покинуть это место можно только через весьма невыделяющуюся стену, а там лифт. Еще одна стена, с обратной стороны находим ступени к лестнице, ведущей на крышу, спрыгаем вниз, вот мы снова у костра. Теперь идем осваивать новые территории. Тупо вперед к мосту, толстяк, заворачиваем налево, пройдя немного по краю, встретится фантом, чуть глубже бодипозитивщик. Далее по левой стороне, пока не окажемся у первой лачуги. Внутри можно призвать макрочелика на помощь. Подъемчик, по правой стороне дырка в крыше домика. Сигаем, там сундук с пеплом, плюс немаловажное седьмое волшебство. Снова подъем, только теперь следуем по прямой. В халупе находится рычаг, который откроет путь дальше. Вот мост открыт, за ним развилка, путь держим в пещеру. Тут-то встречаются очень не очень враги. Скелеты? Да нет ж, урны с проклятием. Если видите их, лучше сразу сломать. Перед первой такой лежит титанит. Пройдя через проем, нужно записать в список первых, кого нужно побить, еще и мага, так как он воскрешает скелетов. Ищем туннель со светом. Выходим наружу, миновав мостик, сначала сворачиваем левее, где по правой стороне будет подъем с фантомом. Там же лежит важный ключ, воспользуемся им. Перед входом в пещеру со скелетами была закрытая дверь. Пожалуйста, уже открытая. Костер зажжен, остается только перетереть с мужичком. Источаем диалог, изучаем жест, это 10-й. Возвращаемся к мостику, пока не окажемся под водопадом. Следуя уступу, придем в пещеру. Сразу по правой стороне маг. Там же, но глубже, титанит с второй пиромантией. Покинув туннельчик, придерживаемся правой стороны, пока не окажемся у земноводного. Тут куча лута. Осколок Эстуса, титанит из ящерки, плюс призыв фантома, еще и скоротка. Аккуратным прыжком можно забрать лут, но там всего фигурка и всякое такое. Поэтому, вернувшись к водопаду, ищем туманчик. Крошим кости, покидаем арену через открывшийся проход. А что дальше? По прямой рычаг, мост, лестница, вуаля, справа через жижу костер. Слева любительница камешков, истощив ее диалог, Маджулу проникает пятый житель.
Эту локу мы потом рассмотрим, сейчас очередной босс-файт ждет. Перемещение на первый костер огненной башни Хейда. Доходим до арены, где стояли три Алешеньки. Вам необходимо теперь проверить левую сторону, там за ступеньками Виверна. Чтобы ее одолеть, используем ранее подобранные отравленные стрелы и лук. 4 выстрела, прячемся, опять стреляем, профит. Также подбираем дроп. Щит дракона – важнейшая вещица. Опустив рычаг... Слышь ты, нищий. Через мост к Босярычу, побежден, развеивается туманчик, открывая вид на балкон. Там ожидает тип, истощаем диалог, вступая в ковенант. Изучаем жест по номерам 11, плюс покупаем небесный гром за 3300, это 4-е чудо. С помощью перемещения попадаем на первый костер долины жатвы, от него вверх направо, пока не придем к отравленному туманчику. Первым делом собираем весь лут в нем. Тут в основном титанит, но он тоже важен. Как закончили, должны были заметить ступеньки наверх. Рядом с ними вход в пещеру, внутри ароматная веточка, сундук в едком дыме, плюс небольшой проходик к гавлану. Закупаемся ядовитыми стрелами. Все, дальше ступеньки, завидав троих девушек в красном, можете смело поливать их отравленными стрелами. Лестница, рычаг, внутри открывшейся пещеры справа костер, а впереди три ящерки. Не знаю, как вы их будете убивать, но Фуф закидал двоих ближайших магии, а третью самую дальнюю стрелами. Закончили, можно налево сходить. Там же сразу справа проход в клуб любителей леопардовых лосин. Разваливаем кабины, начинаем лутинг. В одном из заколоченных проемов на подъеме будет титанит. Ломаем все, что видим, пока не обнаружится выход. Поздравляю, вы снова в начале. Поэтому идем назад, но не сворачивая вправо. Забравшись повыше, нас встречает агрессор. Такая силища нам нужна, ибо стенка за этим монстром тоже ломается. Байтим на удар рукой. Вуала, там ничего не нужно для платины. Снова у костра, теперь в проход к ядовитым облакам. По правой стороне доходим до мостика. Под ним лут. Прыгаем, подбираем 8-е волшебство. В стороне перед подъемом имеется небольшая пещерка, внутри фигурка и титанит. Снова рядом с мостиком пропускаем его, двигаясь к дверному проему с урнами. Нас встречает безголовый ассасин, а за урнами будет проход к ядовитой жиже. Справа в конце есть проем к лукотельке. Истощив диалог, можете скормить камень стенки. Там кольцо. Возвращаемся к мостику снаружи. Преодолев его, сначала поворачиваем налево. Дойдя до тупика, данной дорожки обнаружится алтарь света. Изучаем 12-й жест, вступаем в ковенант, плюс трофей. Снова у моста, только теперь проходим в здание. Забравшись по лестнице, можно совершить прыжок на выступ. Если не получается, всегда можно воспользоваться атакой в воздухе. Но там нет особых интересностей, арбалет, титанит. Поэтому дойдя доверху, перед туманкой с боссом имеется комната с сундуком. Далее идет тварь. Знаете, если оно вас проглотит, прощай весь эквип, да, Фуф? Получается пиздец. Одолев тварину, забираем душу и летим в растуманенный проход. Там костер, а уже с его помощью возвращаемся в Маджулу. У котейки прикупаем кольцо шепота за 5800, очень пригодится в будущем. Ищем большую арку со ступеньками, бегом в нее и наверх через корни древа. Таким образом окажемся у мужичка со светящимся мечом. Звать Бернхард. В будущем придется также призвать его на 3 схватки, не дав умереть. Источаем диалог, проходим внутрь строения. Там у рычага стоит мадемуазель, помогаем снять окаменение, источаем диалог, в ходе которого отдаем любую ненужную экипировку. Ачивка и 6-й персонаж в Маджуле. Тянем рычаг, залетаем в дверь, сразу под лестницей справа сундук со осколком Эстуса, слева же костерок. Перемещаемся в наш поселок, снова бежим к Бернхарту истощать диалог. За спасение девы, либо же за открытие прохода, он научит нас жесту под номером 13. Снова рычаг, подъем наверх, следуйте доступной дорожке, пока не окажетесь у каменистой насыпи с подъемом. Слева наверху будет ключ камень, ступая дальше придете к очередному костру. Теперь можно хреначить в 3 направлениях, но к сожалению придется делать все по порядку. Для начала самый правый проход, в туманный лес. В нем обитают невидимые воины, к счастью особых вещей тут нет, кроме трофейного квеста. Придерживаемся левой стороны, пока не окажемся у поворота. Завернув, обнаруживаем алтарь с головой на камнях. Венгарлом звали этого мужа. Диалог необходимо истощить, 14-й жест выучить, также выкупить 5-е заклинание чудес за 2700. Договорив с ним, узнаем, что тело данного бедолаги все еще лазит где-то вокруг. А еще и шлем с трофеем дают. Ну все, хотите исследовать? Прошу. А мы идем дальше.
Снова придерживаясь левой стены, ступаем прямо, миная деревья. Этот путь приведет к очередному повороту с подъемом наверх. Все правильно, нам туда. Еще парочка ступенек, вот он, костер. Поднимаемся на самый верх. Прицельным прыжком попадаем на соседнюю территорию. Рядом ступеньки, за ними сундук с костным прахом. Назад возвращаемся, перепрыгивая обвалившийся мост. Затем еще один небольшой скачок. Вот сразу справа Лева, с которого нужно снять окаменение, ибо он хранит в себе ключик. Усмиряем, скинув три оплеухи, забираем сокровище. Миновав упавшее деревце, устремляемся по прямой, пока не выйдем на опушку. Первая цель перед нами. В полностью разрушенном строении стоит лев, загораживая сундук. Неладно это дело, поэтому расколдовываем, отправляем спать. Сундук таит девятое заклинание волшебства. В обратной же стороне от него находится кое-как уцелевшая структура. В ней парочка проклятых урн, с обочками на нижнем этаже ключ-камень. Покидаем подвал через проем, левее ящерка, внизу скорпион. Для него мы покупали колечко шептунов. Одеваем, истощаем диалог парнишки, рядом еще есть спуск вниз к телу Венгарла, спенгну у которого выдадут один из лучших броников. Возвращаемся назад на опушку, при выходе из здания по правой стороне будет дверной проем, прыгаем за сундуком с титанитом, ищем строение, загороженное бочками, на втором этаже ключ-камень. Вблизи обнаружится вытоптанная земля с явным закосом на ловушку. Еще немного поизучав, найдутся развалины, в которых лев преграждает путь в комнату с сундуком, в нем веточка и броник. Также вблизи стоят две башни. Обнаружив ступеньки, взбираемся наверх, истощаем мужицкий диалог, спускаемся, сразу справа от башни, по которой поднимались, имеется деревянный настил. Туда необходимо провалиться, ибо сундук с десятым волшебством, дедок из крутого ковенанта, истощаем диалог. Падаем, в другом конце пещеры открываем дверь. Знакомьтесь, Орни Флекс, яркий представитель фурии, мы за такое не осуждаем, да и парень он хороший. Поэтому истощаем диалог, забираем рядом лежащую палку, далее тупо по прямой, оминая оранжевые лужи. Находим расщелину, через которую попадаем к костру. Отдыхаем, если нужно остановимся человеком, так как сейчас придется призывать неписей. Добегаем до двух башен, зовем всех, кого можно, вваливаемся к босяке. Оу, к сожалению, придется разделаться с данной красавицей. Победив, получаем душу. Убегаем в открывшийся проход, ступая тупо прямо, пока не окажемся у слона. За ним небольшой грот с чилзоном. Перемещаемся на третий костер темнолесья. Разговариваем со скорпиончиком, истощив диалог, получите ветку с 15-м жестом. Далее на третий костер забытой крепости. Надеюсь, не забыли, что тут и как. Цель добраться до самого верха башни с окаменевшим чуваком. Освобождаем, истощаем диалог, учимся 16-му жесту. Переносимся на второй костер. 14к душ есть? Приступаем. Нужно закалить экипировку именно на эту сумму денег или больше. Выбор Фуфа был таков. Прокачав пику плюс посох, ушло нужное количество душ. Остается только завести диалог, после истощения которого выдают титанит с трофеем. Вот так вот, значит. Все выполнили. Ловим еще. Костры Брайтстоуна и железной крепости, могучее оружие, сбор изгнанников, болтливый скупец, кровавый ковенант. Перемещение на первый костер дверей Фароса. Идем в сторону слона, затем ступеньки возле факела направо. Туточки встречается гавланчик, можно прикупить отравленных стрел у него, далее снова наверх, да по прямой. По пути встретится ящерка. Долгие ступени, вот он лагерь сокольцов. Разжигаем кострище, идем наваливать чертам. Во время пиздюливаний можно наткнуться на колодец с лутом. В него даже можно запрыгнуть, сначала ломаем крышу, затем взбираемся на холмик, ныряем, в конце туннеля лестница к мимику. Собственно, сундучный чел хранит лучший посох в игре, если вы играете за мага, то в будущем ой как пригодится. Также рядом гора пылающих хейтеров. Находим палатку со знаком призыва. Бернхард наш новый дружочек-пирожочек. Не даем ему умереть, ибо тогда квесту конец. Путь снова весьма простой. По правой стороне двигаем вниз, уворачиваясь от камней и крестов. У обрыва титанитик. Вскрываем врата еще раз вниз, пока не придем к двери. За ней сразу секретная стена с броней. Плюс босс. Оскорбляем чувства верующих. Открывается проход. Слева лестница, куча вещей со странным мужиком. У него, между прочим, необходимо прикупить заклинание восстановления, утешительная молитва, сила, непоколебимость.
что в общем даст 9 чудес из 28. Сползя по лестнице, ищем дырку в стене. За ней костер. Сесейвились, отдохнули, продолжаем работать. Спускаемся вниз, через дверь на балкон. Сразу справа можно спрыгнуть к соседям. У них тут не особо интересно, посмотрим, что там в доме. Внутри по левой стороне лестница к костру. Открываем дверь, ибо она подается только с этой стороны. Зажигаем огнище, улетаем на предыдущий костер. От него снова вниз до первого балкона с магом. С помощью веревки перемещаемся на другую сторону, валим ящерку, затем, придерживая стены, идем к деревянной крыше. Аккуратно спрыгну на каменный фундамент, заходим внутрь здания за осколком Эстуса, спускаемся еще ниже. Обходим зыбучий пипец, пока не прибудем к красной ящерке, возле нее находятся ворота. Внутри имеются шкафчики, ломаем, вскрываем сундук, получим заклинание волшебства, но оно уже имеется в нашем арсенале, поэтому как-то не особо-то и важно. Теперь уже перед этим проходом была дверь поменьше, в ней, угадайте кто, Арниф Лексич. Необходимо приобрести наводящуюся стрелу души, осторожное падение, 12 заклинаний волшебства готовы. Перемещаемся на второй костер, перепрыгиваем в соседний дом тупо по прямой, пока не откроете вторую дверь. Тут нужно притормозить, ибо справа ящерка, слева титанит. Внизу по правой стороне дверь, за ней титанит. Сразу перед ней вход в здание, на крыше которого мы только что тусили. Внутри ступеньки на второй этаж, там очередная дверь к титаниту. Затем через мостик к колючкам, на месте, где копались рабочие лутецки с титанитой. За дверями паучий прикол, одна из скамеек скрывает что-то, как и дверь. Сами узнаете, что же. Левая дверь открывает путь к лестнице, которая в свою очередь ведет к боссу. Вот теперь совсем просто. Вам нужно вниз. Пускайтесь по паутине, пока не окажетесь у туманки. Там за одной из колонн призываем молодца помочь одолеть босяру. Влетаем с двух ног. Давим паучиху, получая душу, изучаем красную хренотень. Это очень важно. Вступаем в открывшийся проход. Немного шагов спустя встречается агрессивный книжный червяк. С него дропается важный ключ, поэтому не думайте, бейте ботана. Там же справа спуск, ведущий к костерку с трофеем. Мы снова в Маджуле, а значит можно сходить к кузнечему, чтобы закалить оружку до плюс 10 и получить трофей. Снова возвращаемся к колючему мостику, где был храм с пауками. Теперь можно открыть дверь возле скамейки. За ней будет еще одна такая же. А уже за ней ожидает весьма неплохая награда, третья пиромантия. Маджула. У ступенек говорим с мадамой, покупая сырую плоть, четвертая пиромагия. Там же рядом у старика Фуф прикупил тяжелую стрелу души, 13-е волшебство. Перемещаемся на первый костер земляного пика. Двигаемся наверх с помощью ступеней, через мост, лестница, туманка, тут костерок. С его помощью воспламеняем факел. Подходим к вертушке, находящейся позади, и поджигаем ее. Деревянные ступеньки, деревянная лестница, поднявшись справа узкий проход. За ним весьма простой прыжок. Перед очередным дверным проемом сундук с ключ-камнем. Находим спуск ниже. На этом балконе нет перил, воспользуемся данным фактом для прыжка. Сразу сзади сундук, но там волшебство, которое уже есть в нашем загашнике. Поэтому вскрываем дверь, источаем диалог уже знакомого нам парнишки, получаем добро. Теперь наверх, влево, тут небольшой лифт, сами разберетесь. Следуем в доступный проем, пока не выйдем на лоджию. Ограда, переграждающая нам путь, весьма хлипкая. Легким движением пики Фуф проделывает дыру. Придерживая с левой стороны, оказываемся у купца, необходимо истощить диалог, заплатив 2000 душных. Затем изучить 17-й жест. Точно перепроверить все реплики, ибо это наш последний житель села. Когда вернемся в Маджулу, должен прийти трофей. 2000 мы платили не просто так, ибо он отпускает лестницу, ведущую ключ к камню с титанитом. Закончив здесь, обнаруживаем открытую решетку. На уже знакомом нам месте, поднявшись по лестнице, теперь поворачиваем налево. Там следуем вперед, находим туманку, рядом будут ступеньки наверх. Поднявшись до конца, справа и слева секретные стены, за одной из которых костерочек. Все, задуваем дымок, чипаем за жопок, получаем важную душу, валим через лифт ввысь. Выйдя к новой локе, слева найдется огнецо. Рядом с ним сундук. К сожалению, сейчас его открыть никак нельзя, да и там чепуха лежит. Поэтому валим отсюда через мост, на половине пути есть обвал. Если зарядится пиромантия и сырая плоть, совместно сожрав мощный камень на восстановление здоровья, сил как раз таки хватит, чтобы добежать до лута. Там весьма неплохо, три угля вражды, а в будущем они ой как пригодятся. В конце моста врата, за ними справа торговец. Прикупаем маску с перчатками шута, опять-таки на будущее.
плюс 2 заклинания. Буря тьмы, темный град. В общем, уже 5 порчи из 23. Вернувшись в главный зал, обнаруживаем Лутецкий под постоянным огнем. Плоть плюс камешек, вуаля, важнейший ключ к дополнению наш. Ступая далее, выйдем на открытое пространство. Тут не особо сложно. Сначала по левой стороне находим спуск к рычагу. Он опускает мост. Теперь с него перепрыгиваем к вентилю, выключающему огонь. Чуть ниже находится рычаг для окончательного спуска моста. Вскрываем дверь, переходим снова через мост. Здесь наш старый знакомый Лука. Призывайте по желанию, если еще не победили троих боссов. Босыч отдыхает, душа в кармане, туман развеян. Поднимаемся вверх к костру, не забывая открыть шорткат. Самое время вернуться в Маджулу. Вот трофей за сбор всех-всех. Также снова обновим ассортимент заклинаний. У Розабет закупаем огненную сферу, отравляющий туман, железную плоть, уже 7 пиромантий. Очень важно будет докупить кварцевое кольцо огня. У Фолда тоже есть важное. Ударная волна, залп копьями душ, волшебное оружие, стремление. В общем, 17 волшебства получается. Хлоэн возле кузницы тоже торгует. Упокоение души, 10-е чудо. Повторная смерть, 6-я порча. Но это еще не конец, ибо душ должно быть еще много. Бежим в туннель за кошкиным домом. Там у женщины скупаем лечение, обычное, среднее, мощное. Сияние жизни, копье молнии, возвращение, проводник. Суммируя, выходит 17 чудес. Все, второй костер железной крепости. Выходим из комнаты с костром на балкон. Далее проем по прямой, пока не окажетесь у лавы. Слева дверь. Внутри изголодавшаяся стена. Кормим, открываем лестницу. Поднявшись, найдется сундук с кольцом. Там же рядом костер с лестницей. Очередной подъем наверх. Снова вступаем в ковенант звонарей, так как теперь предстоит фарм. Короче говоря, заключив пакт, проходим туманку. Просто зачищаем зону, в правой башне тянем рычаг, в левой взбираемся наверх. В конце вас ждет сундук с 8-й пиромантией, плюс спуск вниз. Снова оказавшись в крепости, прислоняем телеса к правой стенке. Тут секретка. Ну что ж, погнали. Суть фарма, нужно поднять ковенант звонарей до 2 плюс уровня. Для этого необходимо завалить 30 фантомов, зашедших на территорию этих самых звонилычей. И о, какая радость, именно в этой зоне с определенной вероятностью спавнится фантом. Находится он слева за стеной перед двумя башнями. Поэтому рут строим так. Костер, подъем, чек стенки, никого нет, спуск, повторение. Кто-то есть, убийство, фантом Гая, спуск, повторение. Непроверенные факты. Если играть в офлайне, частота спавна фантомов увеличивается. Не забывайте считать. Как только завалите 1, 10, 30 штук, возвращаемся к звонарю, чтобы перетереть за труды. Он выдаст 5 ржавых монет, кусок титанита, волшебство, невидимое оружие. 18-е в списке. Нафармились? Тоже собрали. Сейчас нужно 12к, поэтому погнали в Маджулу. У Дыромахи расселся Киллиган. Заказываем у него лестницу за 12 душных тысяч. После чего, поговорив и источаем диалог, придет трофей. Помимо этого, докупите у него миниатюрную лестницу, обязательно. Потом нужно будет. Экипируем сырую плоть, возвращаемся на второй костер крепости, заваливаемся, дергая рычаг. Как со всеми разберетесь, начинаем приготовление. Одеваем кварцевое кольцо против огня, затем слева находим урны с водицей, ломаем их по очереди, используем пиромантию, быстро двигаем вниз по ступенькам, в тупике будут еще одни, ведущие на раскаленную землю. Закидываемся камнем регена, быстро добегаем к сундуку, хилимся, открываем, забираем шторм хаоса, 9-я пиромантия, улетаем. Усё, проходим по странной конструкции к лестнице, вверху перед очередной лестницей сундук. Снова вверх, пока не окажетесь у пропасти или дымохода. Аккуратно прыгать уже умеем. Ага, сейчас. Увы, придется, ибо внизу, в раскаленной чаше, лежит кольцо с золотым змеем. Дальше уж по ступенькам, пока не окажетесь в комнате с кучей огненных ловушек. Находим лестницу. Наверху тоже, осмотрев все уголки, отыскиваем подъем. Спираемся к костру с рычагом, отключающим огни. Теперь босс. Самый низ, еще ниже, туманочка. Бьем по ручкам за плохое поведение. Он обижается и уходит, оставляя душу, параллельно открывая проход к костру. Дотронувшись до него, появится непонятное что-то. Просто истощаем диалог, возжигаем, получаем трофей. Никакого отдыха. Переносимся на второй костер рощи охотника. Бежим через первый мост, затем направо, через второй. Ищем подъем. Там улочка. Просто прямо, пока не минуете мост. В конце этого забега ждет дымок с боссом. Заходим внутрь, бежим кружок, придерживаясь левой стороны, тянем рычаг, останавливаем очередное такси. Вырубаем махину, душа собрана, проход открыт.
Залетая по ступенькам, будет смешной карлик. Варенье. Вступаем в ковенант. Трофей получаем. Выкупаем у него еще 3 пиромантии. В общем, их теперь 12. Тут же костер. Не теряем время, перемещаемся на первый костер дверей Фароса. Справа проход в огромное пространство. Тупо прямо. Лестница, поднявшись на уступе лут. 7-й порчей. Ну все, снова просто придерживаемся правой стены. Сначала встретятся ступени, а за ними все та же тактика. Сделав небольшой круг, все еще всматриваясь в правую стенку, должен найтись проем с костром. Это мы делали только ради души босса. Валим крысюка, открывшийся проход вернет нас сначала Локи. Найдите Гавлана, чтобы докупить отравленных стрел. Прекращаем бездельничать, новые проделки ожидают. Вступить в ковенант бездны, одолеть зеркального рыцаря, подобрать королевское кольцо, завершить квест Лукатиэльки. Телепортация на второй костер Темнолесья. Нас интересует верхний левый проход, там будут сокольцы. Ступая, куда глаза глядят, окажемся у тупика. Ищем ущельечко. Следующей встречается закрытая дверь, важная для всей игры. Открывается она только если у вас есть определенное количество валюты, записанной в память душ. Это такой показатель всех-всех-всех собранных, потраченных, имеющихся душек. Для обычной игры нужен лям. Ну и по ляму добавляем с каждой новой игрой. Соответственно, 2 на NG+, и 3 на NG++. Главное запомнить, сколько было до начала фарма, ибо души с прошлых заходов не считаются. Также открыть двери можно, собрав душняки всех 4 боссов, что мы уже сделали, поэтому врата поддаются. За ними просто следуем доступному пути, пока не очухаемся у моста, ведущего в замок. Тут еще девочка имеется, с которой нужно истощить диалог. Преодолеваем мост, начинаем знакомиться с новой механикой. У рычагов стоят гиганты с дыромахами в груди. Чтобы заполнить пустоту, нужно убить кого-то рядом с ними. Значит, ступив на территорию замка, сразу стремляемся в правую сторону за стенку. Тут сундук. Немного ждем толпу дурашек, приманивая их каждой чушке. Уничтожаем, проход открывается. Сначала поднимаемся наверх, отпираем калитку, возвращаемся немного назад. Представляю вашему вниманию старого пердуна, который спасет наши задницы от худшего, что есть в игре. Гринда. Но по-своему. К нему вернемся на NG3. А пока просто истощаем диалог, изучая жестец, 18-й между прочим, плюс покупаем единственное заклинание за 9300. 18-е чудо в кармане. Спускаемся, по левой стороне находим маленький проем. Сразу слева дверь с важным лутом. В конце очередная дверь, за которой лестница к еще одной. И вот за ней еще одна дверь к костру. Теперь, выходя из этой комнаты, справа будет огромное помещение с кучей закрытых дверей. Открывается по принципу гигантов с рычагами. Завалил кого-то рядом стоящего, вот и открылось. Все двери можете открыть сами. Из важных, первая справа ведет следующую локу, последняя слева, ковенанту тьмы. Последний нужно просто упасть вниз, затем в проходик. Вон он, тот самый дедок. Истощив диалог, предлагает стать частью чего-то запретного. Соглашаемся, не думая. Трофейчик. Теперь закупаем заклинание света, 19-е волшебство. Ну, вдогонку еще сфера тьмы с полным безмолвием. Что, в общем, 9 приколов порчи. А как выйти-то? Алло! Конечно, тут есть куда присесть. Перемещаемся на первый костер замка Дрангли. Теперь цель первая, дверь справа. Внутри найдется ключ к TLC плюс лестница. Ну а дальше просто идите вперед, нет никаких секретов или еще чего-то странного. Таким образом, первый раз покинете помещение, оказавшись снаружи. Слева ступеньки к комнате с ловушками. Там еще одна дверь, в другое место с картиной. Просто двигаем вверх по 2 подъемам, на втором слева лестница. В стене секретка с костром, снова наверх. Следуем дальше, пока не окажетесь у женщины на троне. Это что, королева Елизавета? Истощив диалог, доползаем до конца. Валим боссов, душки падают в инвентарь, туманчик развеивается, открывая путь к Бернхарту с костром. Истощаем диалог, чилим, валим вниз. Поглядевшись, замечаем лестницу. Она приводит к решетке. За ней еще дверь. Важный момент в комнате, находящейся за дверью. Будут 2 ассасина. Их нужно довести до гиганта из предыдущего помещения. Без этого никак. Накормив каменного челика, запустится лифт. В комнате с недоубийцами 2 сундука, в одном из которых 20-е волшебство. Затем зал с мини-боссом, на втором этаже слева мимик, справа пиромантия, которая уже имеется в нашем арсенале. Остается только выход через главные ворота. С
Справа лестница к горгулье, внизу дверь с шорткатами с колком Эстуса. Тянем рычаг, спускаемся к костру, чтобы мгновение, восстановив силы, отправиться в ту самую странную комнату. Теперь здесь лифт. Сначала наверх. Тут 3 сундука, в одном ключ, в другом 21-е волшебство. Вниз, отпираем дверь, проходим к дымке, обязательно зовя на помощь детку с мечом. Лыцарь разбивается, обрекая нас на 7 лет несчастья. Ачивка, душа. Также засчитываем Бернхарту второго босса. Осмотрев внимательнее открывшееся пространство за бортиком, найдется сундук с 22-м волшебством и 3 углями вражды. А большой круг — это лифт. С его помощью прибываем вниз. Пробиваясь через корни деревьев, выходим на костер. Таким образом, мы оказались в разрушенной башне. Единственный путь отсюда — вниз по ступенькам. А там вас ждет огромное озеро с островками. Ходить нужно аккуратно, край довольно легко заметить. Первое здание на пути нужно обойти, ибо за ним спряталась урна проклятий. Уничтожив, возвращаемся к двери, внутри сидит девчонка. Источаем диалог. Следуя дальше, окажетесь в пещере с туманкой, разду которую получаем синим светом в лицо. Вблизи находится строение с костром. Вкратце о этой херне, ибо по-другому данную местность не назвать. Данные белые твари шмаляют наводящимися копьями души, дамажат только так. Поэтому вооружаемся луком для поочередного отстрела, гаденышей. Строение локации весьма простое, не заблудитесь. Ступая по сухой земле, доходим до первого длинного здания. Для ориентира слева имеется мост. Отсюда смотрим вправо. Видим тролля, за ним очень тонкая тропа. Но в конце ждет осколок Эстуса с 19-м заклинанием чудес. Также возле тролля имелся домик. Проходим через него. Теперь наша цель — ходить супер осторожно. Для начала идем прямо, пока не упремся в обрыв. Теперь налево в поисках сундучары с 13-й пиромантией. Осталось прошмыгнуть через арки к туманке, завалить пару грибов, сжечь костерок. От него идем к большому, перекрывшему нам путь грибу. Только сейчас понял, что это жуки. Преодолев проблемку, встречаем новое. Небольшая водная арена, на которой валяется колонна с 23-м волшебством. Через мостик, избивая фантома. Через домик, изгоняя бабу. Через дымок, наваливая боссу по роже. Покидая местечко, набредаем на пристройку с красивой дверью. Там лифт, ведущий к новой локе. Спускаемся, зажигаемся. Отвечаем «да». Отдыхаем. Хорош отдыхать, погнали. В этой местности нам понадобится около 6к душнил, поэтому экономим. Через ступеньки к рыцарю с щитами, за которым 2 магички, за которыми вам крикнут. По правой стороне есть подъем к данной типуле. Из важного, не зажигайте факела, а то придется на NG+ залетать сюда. В общем, истощив диалог, заучиваем 19-й жест, выкупаем теплоту, 14-й пиромантия. Уходим в следующее помещение, справа ступенечки, слева можно аккуратно упасть вниз. После чего, придерживая стены, оказываемся у лестницы, которая приводит к сундуку. В нем важный предмет. Забираем, спрыгиваем на мостик, проходя мимо туманки, падаем опять вниз. Там вверх-вниз и костерок. В следующей комнате от него находится куча непонятных камней. Все это нам не интересно. По правой идем в тупик мимо проема. В углу лестница, за ней ведьмочка с важным сундуком. Вниз к небольшим ступенькам. С их помощью приходим в новую комнату. Справа секретная стеночка. Слева проход к дыре. Спрыгиваем, находим максимально быстрый выход отсюда, левее шорткат, правее дорога к боссичу. Как только оказываемся у очень длинного большого коридора, устремляемся вниз под лестницу. Там вылазит зомбей, тарахтящий в колокол, его важно кокнуть. Дальше зачищаем все. Вскрываем 4 сундука, в одном из которых веточка. Сдуваем смог, ебашим по котелку, получаем душонку, открывается путь. Там бродит какой-то бомж? Из важного тут только лут бомжа. Оказывается, раньше авторитетом был. Забираем пирсинг озорной, приходит трофей. Ступаем обратным путем. Ибо тут ожидает истощение диалога мадемуазели. Отправляемся на первый единственный костер Междумирия, чтобы у бабусик перераспределить свои навыки. Естественно, нужно запомнить, как у вас все до этого было, чтобы потом можно было спокойно вернуться. Записали, заскринили. Отлично. В ваших интересах повышение веры с интеллектом до 20 поинтов. Это важно для одного весьма поехавшего дядьки. Он находится на первом костре рощи охотника.
Поговори, он выдаст сет. Затем покупаем у него заклинания. Темное оружие, звучная душа, великая звучная душа, звучная плоть, резонанс оружия. В общем, 14 порченных шняк. Снова к бабкам, чтобы вернуть былую силу. После чего, по желанию, можно сгонять через обучающую локацию. Там слева каменный пацан с туманкой, за которым осколок Гайасуса. Теперь идет весьма интересный момент. В туннеле за домиком киски все еще стоит и никуда не собирается девочка с чудесами. Ей нужно выписать долгосрочный отпуск. То есть... Ну, сделать пиковый массаж. Собственно... Убить. Для этого, стоя рядом с ней, используем разбитое око. Его мы нашли на предыдущей большой локации. Побеждаем в этом неравном для нас поединке, забираем 20-е чудо с ключом. Что же, теперь пришло время максимального чила. А, понял. Погибнуть было необходимо. Для того, чтобы следующий нип заговорил с нами. Улетаем на второй костер темнолесья, в уже известной нам трилогии дверей выбираем среднюю. Просто идя прямо, окажемся у врат. Их легко отпереть с помощью того самого перстня, найденного у бомжа. За ним, в левой стороне, в конце сундук. Плюс хлипкая халупа, в ней ждет своего диалога Лука, источив который получим сет с трофеем. Пока разжигаем костерок, нужно запомнить новые занятия на ближайшее время. Вступить в ковенант древних, поболтать с дракошей, получить все жесты, выполнить квест Бернхарта и Драмонда. Покидаем пристанище, поднимаясь по ступеням в забытое строение, миномав чей-то прицеп, да отперев дверь, оказываемся в не то замке, не то больнице. Под костяшками слева и справа есть проходы. Влево даже не думайте и ходить, а то привет НГ+. А вот вправо важный поход. Тут сидит Навлаанище. Пока будете вести диалог, нужно отвечать только «да». Ответьте на все запросы. Нужно взобраться повыше. Для этого на втором этаже пролазим под пальцами. За стеной ступеньки, вверху сначала обходим на другую сторону, находя сундук. Важно тут, короче. Потом уже за двери ступаем, тянем дракона за язык, внутри по левой стороне будет дверь в комнату со спуском. Первый ступенчатый пролет подгонит секретную стенку и костер. Ниже камера, наполненная ситром. Напиток липкий, поэтому лучше снимите с себя всю одежду и кольца. Затем исследуем водицу. По правой стороне, кстати, Лутецкий, 24-е волшебство. Вываливаемся в главный холл, доходим до одной из дверей, второй... Вот туманка с босякой. Просто большая ящерка, ничего страшного. Сделав ей маникюр, она сама улетит. Душа в кармане. Просто уходим через открывшийся проход к лифту. А он уже доставляет нас к драконьему гнезду. Справа зелено-брезентовая женщина. После разговора выдает имба-перышко, позволяющее бесконечно возвращаться к кострам. Через мостик разжигаем огонек, отдыхаем. Вся эта лока не несет в себе ничего для платины. Единственное важное — это уголь вражды, наверное. Чтобы его достать, придется выйти через проход рядом с костром, подняться по скале к мостику, за которым каменный челик, а там в пещере по левой стороне найдется ранее упоминаемый предмет. В остальном цель — просто добраться до натяжного моста в замок. Самый простой путь — это подняться по лестнице, затем скатившись по веревке. Первое встречное здание с костом внутри. Снова непонятная хренотень не дает расслабиться. За что мы отвечаем ей «да»? Важный прикол этой локации, чтобы вас не трогали данные штрихи на элитном адике, нужно завалить главного стоника бугая, затем бежать все исследовать. После первого такого справа обнаружится дверной проем к сундуку с углем вражды. Выше по лестнице еще один, ну и еще чуть выше same shit. После победы над последним не спешим отпирать двери. Для начала от лестницы слева найдем небольшой мосток, к краю без бортиков. Необходимо спрыгнуть вниз к сундуку, в котором титанит. А дальше через проход выйти к очередному богатырёнышу, завалив которого сможем приспокойненько отпирать дверь, да забрать одно из лучших колец. Также ступеньки, ведущие наверх, тут неспроста. Там заждался фантом с большим яичком. Оно вам необходимо для плашки, поэтому хапаем. Справа обнаруживаем выход на улицу, первый выступ для прыжка подгонит сундук с 25-м волшебством. Вниз, дверь, ступени, враг, дракон. Просто поговорите с ним, он выдаст вам специальную вещицу, позволяющую проникать в воспоминания. Важная хрень. Переносимся на первый кострик железной крепости. Нам нужен торговец, сидящий справа в первом здании. Ему отдаем ранее найденное яико, отвечая «да». Теперь вступаем в ковенант древних, за что и получаем трофей.
Пришло время закончить квест Бернхарта, хотя это вроде не считается, но все равно его позовем. Для этого перемещаемся на первый костер замка Дрангли. По левой стороне ступеньки вниз к огромной дверке. Открывается она только с помощью экипировки королевского колечка. Просто ступаем дальше, у туманчика обязательно просим помощи Бернхарта. Помним, да, ему умирать нельзя. Залетаем, разваливаем кабиночки, воруем души. Быстро телепортируемся отсюда с помощью пера или косточки. Перемещаемся на второй костер леса павших гигантов. Первым делом гоним к месту, где сражались с боссом-преследователем. Пройдя через разломленную голову, у стены повстречаем того самого мужика из Джуга. Его диалог необходимо истощить. Затем подходим к очень странному древу, это гигант, если что. Осматривая его, волшебным образом проникаем в воспоминания. Сразу перед подъемом сидит все тот же старичок. Его диалог снова нужно истощить, ибо это окончание квеста. Теперь времени не так уж и много. Ибо, ну, нельзя долго жить воспоминаниями, а целью нашего пребывания в этой ситуации является обнаружение трупачка в конце локации плюс подъем души гиганта с него. Быстро поднимаемся максимально вверх, где дерутся два балдуя. Здесь находится пара кранов, чтобы они заработали нам на пользу, нужно сломать подпорки у обоих. Затем становимся у проема, прицеливаясь на висящую доску внизу. Падаем, тут гигантик с двумя сундуками, в одном валяются угольки. Далее вниз нахрючиваем булдыгичу. За ним в углу крепости лежит тот самый нужный нам хлопчина. Подобрав с него душонку, возвращаемся в реальность. Раньше было лучше. Костер, от него теперь через дырку в стене, вниз, влево, вправо, еще одно чучело. Еще одно воспоминание. Не забываем, что долго тут тусоваться нельзя, поэтому делаем все быстро. Появившись в пещере, просто бежим прямо, пока не встретим мужичка. Его диалог, конечно же, нужно истощить. После чего появится возможность изучить последний жест, плюс трофей. Через дверь, в тупик, Халк ломает стену, сквозь нее вываливаемся наружу. По прямой быстро добираемся к жаркому месту битвы, следующая цель — домик в конце улочки. Внутри, спуск вниз, выход налево и вверх. У двери развалился нужный нам чел. Берем душу, покидаем воспоминания. Маджула. Как насчет фарма огромного количества душных душ? Вы можете, конечно, и не заниматься такой херней. Но вот Фуф будет страдать. А чё в смысле? Первым делом валим торговца, отжавшего домик кузнеца. С него выпадает сет брони, дающий приличный прирост душ. Ваша одежонка на следующие часы игры такая. Голова, туловище, сапоги, целдоры, рукавицы, шута. Плюс серебряное кольцо. Перемещаемся на второй костер леса павших гигантов. Лестница, мостик, терраса, дверь. Тут костерчик, которым мы будем очень активно пользоваться. Чуть ниже заждался один из главных боссов игры, а точнее его воспоминания. Залетаем, замечаем два знака призыва. Нам нужен тот, что взывает капитану Драмонду. Это все нужно для его квеста и нашего трофея. Собственно, призвав его, вылетаем на крепость. Слева сразу ступеньки, там бесконечный уголек. Скоро поймете почему. Главная причина нахождения здесь не только душа гиганта, но и убийство босяры в тупике стены. Подождав падающую головешку, оминаем ее, проходя к вражине, боссик валится, особенно это легко, если вы мах или задрот. Драмонт выживает, туман растворяется, душа гиганта получается. Вы думали, это конец? У костра рядом с этим воспоминанием сжигаем уголь вражды. Это не только восстановит всех врагов, но и, грубо говоря, переведет всю локацию на NG+. Зашли в воспоминания, теперь нужно призвать Бернхарта для битвы. Опять-таки, не дав ему откинуться. Не забываем сразу слева про уголек. Как я уже говорил, бесконечный. Благодаря возжиганию. Босс пока снова у костра. Осталось только сбегать к этим двум мужчинкам за трофеями. Бернхард сидит в памяти Ора, что за ареной босса-преследователя. Драмонт в памяти Джейда, что за шорткатом у костерка. Истощаем диалог обоих ребят. Приходят трофеи. Ну вот и все. Какой все? Вот и еще. Наследник трона, любопытная карта, Вендрик, самоотверженный даритель, магистр волшебства, порчи, пиромантии, чудес, платина. Но вообще, сначала нужно прокачаться, ибо без этого дальше будет худо. Идем к гиганту-боссу, забираем уголек, убиваем босса, возжигаем уголек на костре, повторяем, пока не коснется 250 уровень. Все души, выпавшие из босса, не стоит использовать, пригодятся в NG+. Возвращаемся к первому костру замка Дранки. Открываем королевскую дверь к боссу. А вы что думали? Держи жабу. Одолев ее, подходим к яркому свету, после чего нужно просто подождать, пока закончатся титры.
Прошу, ачивка. Становимся нежитью, случайно упав вниз, идем в домик картографа, где в подвале источаем диалог с парнишей, забираем вещи с трофеем, переносимся на первый костер цитадели Алди, вступаем внутрь к Навлаану, источаем его диалог полностью, на все запросы отвечая «Yes». По окончанию диалога получим 15-ю пиромантию, 26-е волшебство. Затем закупаем все угли вражды. Это 75к душ. Говорим, забирая броник. Сваливаем на второй костер склепа нежити. Идем к бомжу Вендрику. Убиваем бедненького. Ловите достижение. Затем прикасаемся к лохмотьям, источаем диалог еще живого короля и просто валим отсюда через проход. Приветствую в самой тяжелой части темных душонок 2. Перенос на локацию башня Луны, возжжение угля вражды, переход на третий костер забытой крепости, спуск вниз к звонарям, горгульи. Одолев кряхтелок, прилетает золотое кольцо плюс 2. На выбивание шмоток. Надо радоваться, не надо напрягаться. Первый костер помойки, одеваем шляпу шута, кольцо золотое, щит дракона, идем разваливать молодняк. С них мы получим лохмотья заключенного, опять-таки на повышение выпадения предметов. Вступаем в ковенант чемпионов, чтобы враги не пропадали после 18 убийств. Это если что за домиком Кисури в Маджуре. Темнолесье, второй костер, левый проход. Полный сет, на выпадение предметов одет. Из онлайна вышли, начинаем фарм. Нас интересуют солнечные медальки. На этой локе нужно выбить 18 штук. Затем, по непонятным причинам, шанс дропа падает. Придется переезжать. Но к этому еще дойдем. Гриндим медальки, убивая всех сокольников, их, кстати, всего 5. Возвращаемся к костру, чилим, повторяем, пока на счету не окажется число 18. Если долгое время, примерно 10 минут, вещички не выпадают, нужно перезайти в игру, должно помочь. Как только нужное количество соберется, меняем дислокацию на Междумирье. Сжигаем уголек в костре, это заспавнит новых врагов. Всех мочим, пока не выпадет 6 медалек. С этого момента шанс снова уменьшается. Поэтому если спустя 10 минут ничего не выпадает, перезаходите в игру и меняйте локацию на предыдущую. Как только вы соберете 30 медалек, можно успокоиться. Погнали их сдавать. Затем телепортируемся на второй костер Долины Жатвы, в дырочку, через мостик, да налево в конец. Вступаем в Ковенант Света, сдаем все 30 медалек. На последний вам выдадут 21 заклинание чудес. Третий костер замка Дранглик уже ждет нас. В небольшой пещерке находим дедулю. Вступаем в Ковенант Тьмы и вступаем на совсем не опасный алтарь. Он перекидывает в испытательное подземелье, суть которого просто дойти до конца, попутно всех убив. Если алтарь не работает, нужно отдать человеческую фигурку, тогда все будет окей. Во всех таких данженс будет стоять огромная дылда, которую обязательно нужно поджечь, так что запасайтесь огненными бабочками у Орнифекса. Смотрим под ноги, встречаем фантома, за ним будет призрак. Если присмотреться, то слева можно пройти под стеной. Эта дорога приводит к дылде. Зажигаем. Возвращаемся по доступной тропинке, идем к пещере с ямой посередке. Прям за ней будет туманный обрыв. Это выход. Секаем. Сразу же обговариваем увиденное с дедушкой. После чего сваливаем на второй костер черной расселины. Спрыгиваем, бежим вверх возле первого червяка, падаем с уступа на выступ, находим детка, отдаем человеческую фигурку, засасываемся в портал. Аккуратно спускаемся. Далее, придерживаясь левой стены, попадаем в проем к поджигаемой дылде. Понятно, что тут нужно делать. Назад, разваливаем оставшихся негодяев, тем самым открывая путь домой. Разговор с дедой. Перемещение на третий костер темнолесья. Бежим по прямой, пока не выйдем к открытой местности. Затем справа будет две башни. Рядом с ними на полу деревяшки. Проваливаемся, отдаем фигурку, залетаем в портал. Просто спускаемся, пока не окажемся у зажигательной хрени. Черкаем, вызываем лифт, последний фантомми. Эта туманка не выведет вас домой, она приведет вас к боссу. Не самый сложный паренек, если или что-то такое. В любом случае, он уже побежден. Трофеи за доверенный до максимума ковенант в коллекции. Истощаем несколько раз диалог дедули и бэкаемся к старику в замке Дрангли. Вот перетерев с ним, нам выдадут 15-ю порчу. Начинается самое скучное. Фарм заклинаний в DLC. Первым будет Crown of the Sucking. В нем нам нужно достать одно волшебство, одно чудо, две порчи.
Сначала слетаем к Гавлану в локации двери Фароса, костер номер один. Закупаем лярд стрел. А чтобы залететь в само дополнение, нужно всего лишь переместиться на второй костер расселены. Пройти через босс-арену до конца, там-то и заметим странную хреновину. Трогаем, оказываемся в шульве. Благо ключ мы уже достали, поэтому двери спокойно поддаются нашему воздействию. Максимально спокойно бежим по доступной тропе, пока не окажемся у первого костра. Теперь сложнее. Придерживаясь правой стены, выходим к лучникам. Поднимаемся по левым ступенькам к ним и спрыгиваем вниз на лестницу. За ней просто ступаем прямо к двум другим спускам вниз. Они ведут на открытую площадку. Немного пройдя вперед, по левой стороне будет стоять странная светящаяся треугольная штуковина. В нее необходимо шмальнуть из лука или ударить. Механизм активируется, поднимая колонну прямо перед нашим лицом. Пока это происходит, нужно успеть запрыгнуть туда. Пришли мы сюда за костром. Теперь это чекпоинт. Первым делом возвращаемся на площадку. Бежим по прямой к обрыву. Смотрим вниз, там колонна. Смело прыгаем, достаем лук. Прицельным выстрелом нужно поразить рычаг, спрятанный за красноглазыми статуями. Естественно, это подымет колонну. Воспользуемся данной возможностью, перепрыгнув в соседнюю пещеру. Вперед, пока не встретите странное дерево. За ним лут с 16-й порчей. Чекпоинт, костер. Выходим через другой проем. Слева аккуратно падаем пару раз вниз. По тонким ступеням добираемся к мостику. Его пока игнорим, кувыркаясь в урны, заходим за угол за 27-м волшебством. По мостику проникаем в гробницу или святилище, непонятно. По прямой вниз, затем направо, там еще один проход к толпе явно подванивающих алтфагов. Разваливаем всех, прыгаем вниз, нажимая на кнопку пару раз, чтобы открыть себе путь. За преградой оказывается спуск. Спокойно спускаемся по нему, пока не упадем. Найдя выход к шипастому полу, сначала по правой стене двигаем к проему, затем по левой к лестнице. Наверху будет мост, с него устраиваем стрельбу по кнопочке вдалеке. Но после первого выстрела дверь станет в неудобное положение, что заставит спрыгивать. Не будем этого делать пока что, лучше пройдем в следующую комнату по мосту. Затем направо на ступени. Внизу нужна всего одна вещь, это ключ. А также, если призраки вас достали, то раскуражив гробики, можно их вывести из состояния неприкосновенных и навешать как следует. Возвращаемся к той самой двери. Остается сделать выстрел из-под моста и снова с него. Проход открыт, а значит залетаем за 22-м чудом. Переносимся на костер чекпоинт. Бежим обратно к гробнице, но после моста сразу сворачиваем налево. Дверище отпирается. Внутри из сундука забираем уголь вражды, потом наверх по лестнице, за ней еще одна, а там первый поворот направо, к мосту с костром. У самого огнища расположился лифт, его поднимает механизм перед дымкой. Ожидаем маленько, спускаемся, но не в самый низ, нужно сойти чуть раньше, как только увидите доступный выступ. Да налево, в конце к сундуку с 17-й порчей. Ну все, пришло время для следующего дополнения. Перемещаемся на второй костер Темнолесья. Через левый проход вверху следуем к храму Зимы. Там внутри расположился очередной алтарь. Нюхаем. Тут нас ждет одно волшебство, одно чудо, одна порча. Окинув взглядом округу, присматриваем ворота. Отпираем ключом, проходим дальше к костру. Расхреначенные врата. Направо. Залетаем в помещение и спускаемся на первый этаж вниз, где проем ведет на небольшой мост. За ним тупо ниже, пока не окажемся между домов. Немного впереди фонтан, пробегаем мимо к проходу, за которым берем левее, чтобы обнаружить ступеньки. Поднявшись, ищем проход на верхний этаж, где находится куча бочек с ящиками. В другом конце помещения дверь, она-то нам и нужна, поэтому врываемся, отпираем, бежим прямо к правому дому. Внутри обвалившийся пол. Падаем спокойно, ибо тут костер. От него рядом выход. Немного впереди перед ступеньками заворачиваем вправо между домов. Аккуратно обходим вокруг, чтобы взобраться на сугроб с 18-й порчей. Затем уже взбираемся по ступенькам, которые приведут к вратам. Рычаг рядом, вскрываем, пройдя через них, рашим вверх, по правым ступенькам. Оказываемся на открытой площадке с баллистами. Сначала бежим прямо, поворачивая два раза налево в доступные проходы. Это приведет к еще одной открытой местности, где нужно дернуть вправо к башне. Думается, всем хочется просто зайти в дверь, но хрен там. Вот невидимая или очень маленькая лестница, вот сундук с 23-м чудом. А на обратном пути в первом помещении заворачиваем направо, ибо здесь стоит весьма важный рычаг, поднимающий обрушившийся лифт. Перышко, первый костер локации, опять бежим через огромную ледяную дверынду, снова поворачиваем направо в комнату со спуском. Но вместо выхода на холодину
сворачиваем в соседнее место. Сундучок с 28-м волшебством. Очередное поздравление, фуф. Ой, да не стоит. Так и запишем, больше не поздравляй. Последнее и самое трудное дополнение. Третий костер железной крепости. С помощью лестницы добираемся вниз, затем выбираемся наружу, далее на арену с боссом, ну и в подвал здания. Там очередной переходик. Лифт, ступеньки. Опа! Новая механика для победы подъехала. Чтобы одолеть одну тварь, нужно собрать клинья, которых 11. Их нужно вставить в пепельных пиздюков, за что дают одну часть души Наташи. Это разборка питерская. Ах да, конечно, развалить одного из сложнейших боссов не забываем, чтобы получить 12-ю часть. С этой статуи падает целых 6 клиньев. Погнали дальше. С помощью цепочки добираемся наверх к костру. Впереди трон. Там появляется первый пепельник. Подлетаем, да вставляем клин. Эта ситуация настолько смутила призрака, что он... В общем, подбираем душу, перед выходом имеется проход со спуском, ниже совершаем пару прыжков, наружу, сразу вправо до очередного входа в здание, лестница, раз-два, проем, снизу еще пепельница. Поэтому нужно быстренько ее успокоить. Вторая часть души есть. Рядом с лестничкой кладовка, внутри, естественно, 16-я пиромантия, огромные врата, отпираются рычагом. Недолго подышав, поворачиваем вправо к двери. За ней максимально простая территория, поэтому тупо вперед, пока не спуститесь по двум лестницам. Ступеньки, костер, двигаем в сторону решетки, ибо рядом туманка. Пройдя сквозь, сразу слева лестница вниз. Прям под вами очередной пепельник. Развалили, третью часть забрали, врата рычагом открываются, путь до Ганку появляется. А там уже и направо до кинтя. Туманка. Тут огромный круг. Немного правее еще костер. Начинаем пробежечку. Слева туннельчик, по нему проходим два спуска. И заворачиваем вправо к лестнице. Внизу снова сворачиваем правее. При выходе к огнедышащей херне придерживаемся правой стены, пока не окажемся у решетки. Рычагом поднимаем дылду, быстро выныривая наружу, где по цепочке добираемся в башню. Дымок развеяв, идем налево в тупик. Рядом с ним будет спуск, где в самом низу фантом с дверьками. Нас интересует та, что слева от лестницы, если смотреть на нее. Внутри 19-е заклинание порчи. Теперь прямо противоположная дверь. За ней еще спуск, где немного пройдя вперед, набредаем на огромную котельню. Нужно украсть их огонек. Нам нужнее вообще-то, поэтому жмякаем по центральной кнопке. Больше здесь делать нечего. Можно свободно возвращаться к предыдущему костру. Сразу слева от него находится разъем. Туда, собственно, сплавляем находку. Благодаря чему начинают работать все лифты в округе. Будем пользоваться. Слева первая платформа. Ждем лифт. Сходим на верхние остановки, где рядом ходит еще один в стене. Когда данный транспорт прибудет, нужно спамить хрестик, чтобы открыть секретную стенку. Внутри спрятался прикол, дающий вам иммун к проклятию. Все тем же лифтом добираемся наверх, выдвигаясь вправо к двери. Короче, тут просто идем в конец, наверх, и уже у самого тупика будет сундук с четырьмя клиньями. Остался всего один. Снова костер, снова налево. За платформой с лифтом подъемчик, который выводит наружу. Мы тут уже были, поэтому рассмотрим, что там внизу. Цепь. Одеваем ранее найденную одежонку от проклятий. Это головняк, если что. Спускаемся на второй пролет. Тут пепельник, а значит четвертая часть души. Костер, напротив лифт, одним этажом ниже, слева находим выход наружу. Быстро хапаем ключик на краю, улетаем назад. Позади механизма плавильни имеется дверь. Вам все еще нужен тот головняк на сопротивление проклятию, так что не снимайте. Бежим на самое дно, первая дверь слева, пятая часть души. Не забывайте их подбирать после того, как встромыло эту штуку в эту штуку. Та же первая дверь, но справа подгонит 17-ю пиромантию. Костерок, платформа слева, лифт на этаж выше, по выступу идем к обрыву с другой платформой. Спрыгиваем на нее, но сходим все на том же этаже. В конце этого пути врата с гигантиной, а заодно из охраняемых им дверей шестая часть душонки. Огнецо, лифт напротив, этаж ниже, по правой стороне находим еще один лифт. Буквально как только он начнет спускаться,
вы заметите длинный мостик. На него нужно спрыгнуть. Он уже приведет к дырявым комнатам, где нужно спрыгнуть 6 раз вниз. В последней необходимо совершить аккуратное падение на край. Это позволит одолеть гиганта, не вступая в контакт баттл. После чего просто вскрываем дверцу, спидраним прямо к лифту, спустились. Опять прямо. Сейчас весьма интересный прикол. Прислоняемся к дымку. Затем придерживаясь, причем прям реально придерживаясь, прямо облизывая стенки босс-арены, по ее краю шагаем в сторону, попутно разбивая пепельных девочек на части душонок. Сначала две слева, потом таким же путем двигаясь вправо, тоже забираем двоих. В общем 4, а в общем 10 частей Наташи. Также в тупике правой стороны будет вход в комнату с костерочком. Боль. Одолев его, забираем 11-й фрагмент души. Остался последний. Еще внизу можно подобрать прикольную шмотку. Все. Второй костер мглистой башни. Опять в сторону решеток, пока не выйдем в круглый зал. По левой стороне лифт в стене. Он довозит к двери. Вскрываем. Еще лифт и максимальный заворот налево, что ведет вверх. Рядом с данным ужасом имеется кострище. Подожгли и погнали. Нас закидывает хрен пойми куда. Можно позвать двоих ребят на помощь, а далее путь будет таким. Через проход к большому залу, в конце которого квадратная яма. Упав в нее, через еще один туннель выбираемся на решетки, где опять-таки нужно просто пройти в конец, но уже к боссу. Агония. Вот душа, а в открывшемся проходе идем к седалищу за 11-м клином. Это возвращает нас назад. На всякий случай чилим перед костром, а затем поворачиваем направо в первый проем. Ступени вниз, пепельник, а с ними последняя 12-я часть души. Поздравляю, мы справились, осталось совсем немного. Перемещение на 4-й костер забытой крепости. Заводим диалогик со Стрейдом, у него нужно выкупить, снять покров, 24-е чудеса. Недвижимое пламя, покров пламени. Выпал фуфу, когда оформился ковенант звонарей, но вы купите, 19 пиромантий. Сродство, 20-я парча. Теперь необходимо завалить всех 4 главных боссов по новой. Чтобы это осуществить, сжигаем угли вражды в определенных кострах. Первый и единственный костер холма грешников. Босс – грешница. Второй костер – темной расселины. Босс – гниющий. Третий костер – железной крепости. Босс – железный король. Третий костер – бухты Целдоры. Босс – Фрея. Как только всех 4 заново было побито, у Стрейда появятся новые заклинания на обмен. Давайте проверять и менять. Тяжелая наводящаяся стрела души, кристальное копье души, град душ. Волшебство в полном составе, ловим трофей. Слепящий заряд, священный обед. 26 чудес в общем. Ядовитый туман, кислотная струя, огненное оружие. Вопль. 23 пиромантии, готово. Отпор, немота, область вампиризма, вся парча есть, ачивка тоже. Перед переходом на НГ+, убедимся, что собрали все заклинания, которые могли за этот забег забрать. 31 волшебство. Есть. 26 чудес. Есть. 23 пиромантии. Имеются. 23 порчи. Есть. Все на месте, тогда погнали. У костра начинаем путь номер 2. Очухиваемся в Междумирье, а дальше супер кратко. Бабуськи, Маджула. Основная цель — добыть 2 ляма душных, чтобы открыть храм зимы. Кольцо кошки, дырень, максимально быстрый пробег до помойки, костерок. Прямо мостик, право, лестница, мост, мост, справа дымка. Летим вниз через урны, здесь не спешим убегать, ибо прям под вами веточка ароматная. Очень пригодится для фарма, так как их после начала НГ забирают. Бежим к боссу, но сначала открываем костер. Ну и начинается фарм. Если сложно дается босс, можно бить его в вашей броне. Затем, когда остается совсем мало жизни, переключаться на броню Целдоры, чтобы забрать души. Либо сразу драться в таком эквипе. Как и раньше, после одолевания черта сжигаем уголек и повторяем данное действие. 2 ляма есть? Тогда в Маджулу. Сначала лес гигантов, бабка-торговка. У нее прикупаем еще одну веточку. Чтобы перейти в следующую игру плюс, нужно убить великана. А чтобы к нему попасть, нужно завалить последнего гиганта, внизу с него дропится ключ. Чтобы открыть шорткат, а затем дверь королевским кольцом. Но мы же немного спидранеры, так как у нас
очень прилично здоровье, одеваем кольцо кошки. Помимо этого, снимаю всю броню. Выходим на улицу от торгашки, становимся напротив разбитой стены, целимся на бортик, но на его основание, у большого кирпича. Бежим, прыгаем, прям как ступим на подъемчик. Пробуйте по-разному, когда-то получится. Теперь становимся на крайний край, совершаем прыжок с разбежкой на соседнее строение. Здесь костерок, на него будем возвращаться потом. Маджула, бежим к каменной девочке, огнище темнолесья, самый левый проход. Два ляма есть, поэтому двери открываются. Дальше замок, проходы, костер. Первая дверь справа, охранники, еще костер. Вниз на лестницу, приманка к рычагу, возвращение, лифт за ключом, дверь внизу, зеркальный чел, тупая лока, в конце босс жаба, далее подземелье, бродим, ходим и выходим к залу. Там босс, за боссом кольцо, темнолесье, средний проход, цитадель, дракош, пик дракош, большой дракош. Теперь можно попасть в воспоминания гиганта. Переносимся на нужный костер. Убиваем гигантельчика, возвращаемся на первый костер замка. Наваливаем двум стражам, затем на Шандре титры НГ-3. Очень похожий рут ждет нас. В общем, Маджула, дырка, помойка. Здесь на первом строении будет обвал вниз. С его помощью перепрыгиваем на кружок факелов. От него через мост и ниже к курнам. Затем с помощью лестниц на самый верх. Здесь ветка ароматная, нужна для разблокировки каменной девочки. Далее, как обычно, дымка, спуск, еще веточка, костер. Босс, 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 три ляма в кармане, ура, Маджула, темнолесье. Самый левый проход, замок. Невидимый мужик. У него мы выкупаем изобильный свет, гнев богов, приходит трофейчик. Плюс большой огненный шар хаоса, прилетает еще, вместе с платиной. Ну, как вы поняли, я получил... все достижения в этой игре. Полные 100%. Поэтому еще увидимся, если я выживу. А если не выживу, то... увидимся!